Добрый день, дорогие ребята и родители. Посмотрите, здесь у нас следующая уже сказка. Теремок. Вот какой чудесный теремок здесь у нас, да? Тут и зайка, тут и мышка, и другие звери живут. А кто именно, вот сейчас мы почитаем. Посмотрите, какие красивые одуванчики. Эти еще цветут, а эти процвели. На них дунешь, они и разлетятся. Теремок. Ехал мужик с горшками и потерял один горшок. Прилетела муха, горюха, и спрашивает, чей дом теремок, кто в тереме живет. Видит, никого нет. Она залетела в горшок и стала там жить, поживать. Прилетел комар, пискун, и спрашивает, чей дом теремок, кто в тереме живет. Я муха. Горюха, а ты кто? А я комар пискун. Ступай ко мне жить. Стали они вдвоем жить. Прибежала мышка, погрызуха, и спрашивает, чей домик теремок, кто в тереме живет? Я муха, горюха, я комар пискун. А ты кто? Я мышка, погрызуха. Ступай к нам жить. Стали они жить втроем. Прискакала лягушка-квакушка и спрашивает, чей домик теремок, кто в тереме живет? Я муха-горюха, я комар-пискун, я мышка-погрызуха, а ты кто? А я лягушка-квакушка, ступай к нам жить. Стали они жить вчетвером. Бежал зайчик и спрашивает. Вот смотрите, и зайчик еще прибежал здесь, да? И спрашивает зайчик, чей домик теремок, кто в тереме живет? Я муха-горюха, я комар-пискун, я мышка-погрызуха, а я лягушка-квакушка, а ты кто? А я заюнок-кривонок, по горке скок, ступай к нам жить. Стали они жить впятером. Бежит мимо леса и спрашивает, чей домик теремок, кто в тереме живет? Я муха-горюха, я комар-пискун, я мышка-погрызуха, я лягушка-квакушка, я заюнок-кривонок, по горке скок. А ты кто? А я лиса. При беседе краса, ступай к нам жить. Стали они жить вшестером. Прибежал волк. Чей дом теремок? Кто в тереме живет? Я муха-горюха, я комар-пискун, я мышка-погрызуха, я лягушка-квакушка, я заюнок-кривонок, по горке скок, а я лиса. При беседе краса. А ты кто? Я волчище. Из-за куста шватыш. Ступай к нам жить. Вот живут они всемиром. Все вместе. И горя мало. Пришел медведь и стучится. Вот Мишка у нас пришел. Чей дом теремок? Кто в тереме живет? Я муха-горюха. Я комар-пискун, я мышка-погрызуха, я лягушка-квакушка, я заюнок-кривонок по горке скок, я лиса при беседе краса, я волк-вольчище из-за куста хватыш. А ты кто? Я вам всем пригнетыш. Сел медведь на горшок, горшок развалился и всех детей. Зверей распугал. Все звери разбежались и спрятались. Смотрите, и лисичка, и комар, и муха, и лягушка. Все. И домик сломался. Вот какой медведь нехороший. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы. И до новой встречи. До свидания.